город мой Киев, тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя сталь. Идем к машине. Все, на базаре побывали, в музее Шевченко побывали. Все, едем домой. До обеда ездили и не было солнца, а сейчас солнце появилось. Галя у нас профессионал раскатки теста. Да, Галя? Да. Тонко-тонко катает. Ну, сейчас для мантов я не буду тонко катать. Да? Ты же обычно для мантов тонко катаешь. Фарш вон приготовили. Я же вармака готовлю. Уже протерли, да? Ну, промаслили мантовку. О, к Новому году уже начинаем готовиться. Рыбки. Где Вася? О, рыбки здесь какие. Золотая Рита. О, начался. Ага, манты делаем. Залепляем. Чтобы все это снимали. Нет, манты не снимал, когда снимал. Манты. Каждый по-своему лепит. Как хочет, так и залепляет. О, Галя как раз наконец. Там дядя Вася дивится, не хрипнув. Сейчас кто-нибудь, не только дядя Вася, любой другой подсказывает. Что, в чем? На пол лёпнуло. Все, начинаю тоже лепить. Вот у Васи еще лимон зацветает. Вот такой. И кротончик. И вот лимоны у вас еще. Остальные съели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Осталось шесть лимонов. Вот так, Галя манты выкладывает. Да, выкладываю манты. Нет, Галя, ровно 45 минут. Ровно 45, я же тоже говорю. Ну, Тамара, манты. Ну, фиалочки тут какие цветут. Красивые, голубенькие. Я размножила. А Вася вырастет. Тамара еще несет. Второе. Второй поднос. Второй пошел. А компот? Компот? Да, все. А это Светланка сделала графские развалины. Тортик такой. Вкуснятина.
едем домой из Канева двумя машинами. Олежка и Камал. Вон Олежка сзади остановился. А вот наша машина. Флаг снять? Вот флаги. Вот приехали. Он все время здесь на Обуховской, на возле города Обухова есть вот такая. Ну, очень много заправок, но именно вот Сакар мы любим. Сейчас идем пить кофе на Сакар. Это мы все. Тут. Привет! А я говорю, туда мы вместе с вами. Это вы за нами едете туда, куда мы, туда и вы. Снимать, снимать можно, нельзя? Можно. Так, будем. Что пьем? Добрый день. О, вкусненькое что-то. Булочки. Милкшейк еще пью. Все покупаем. Что-то вкусненькое тоже. А еще тут есть спиртное даже есть. О, посмотрите, тут какие. Украиночка. И Гетьман. А вот еще грелочка какая. Два мужика. Красота. А там еще собор сзади. Что-то украинская водочка такая есть. А, чай какой-нибудь, наверное, травяной. Есть? Травяной. А. О, какая красота тут. Украинская классик. Видишь, они разные, Златогор. Мягкая, медовая, хлебная и чистая слеза. И как он называется? Давний рецепт еще. Такая красота. И вон собор. Команда. Ага. Вот туалет в Сакаре. Обувь будет чистить Камал сейчас. Это кроссовки хорошо чистить, да? А в эту сторону если? А это будет же туфли чистить? Да, не одинаково. Одинаково, да? Смотри, чтоб дырки не... Всегда приходим дырки чистить. Там мужская, куда ты? Камал, ты або... Да, буду мужская. Ага, сейчас. Здесь все почистил, все выключили, так. Есть жидкое мыло, автоматическая подача воды, это я, это здесь сушки, а здесь полотенечко, бумага, есть даже вот эти бумажки есть, которые... Вот бумажки, которые на унитаз. И телевизор даже здесь есть. И освежитель воздуха еще. Можно? Ну и так нормально. Что вы взяли себе? Света, что ты себе взяла? Эспрессо. Мы с Камалом экспрессо взяли. Эспрессо взяли? И нам водичку дали к экспрессо. Я добавила, а Камал не стала разбавлять. А у меня травяной чай, да? А ну, это мой травяной чай? Да, это твой травяной чай. Херпс. Зеленый. Даже не знаю, что в этой. Тамара, что ты себе взяла? Капучино. Капучино, да? А где вторая наша машина? Уехали уже? На улице пошли? Что, есть что пить, да?
И сок есть. И все. Я себе сахара поклала. Иду. Игрушечки тут есть такие. Жираф. Чебурашка. О, выхожу. Это все покажу. Такая заправочка. И выхожу. Ой. О, стоим. Еще солнце еще вот садится, закат сейчас. И сейчас вот выезжаем на Обуховскую трассу. И буквально через полчаса 40 минут мы уже в Киеве дома. А что ты себе, Леся, взяла? Жвачку. Жвачку? Тут больше ничего. Не, она милкшейк взяла. Вот раньше до диеты. Я сама ничего не взяла. Я всегда пила себе милкшейк брала. Но так как. Так как. О, горячий какой! А, зараза, горячий какой! Ну все, давайте, счастливо. Пока-пока. Пока-пока. Они в одну сторону, мы в другую. Пока, Оксан, давай, до встречи. До встречи, Оксан. А здесь на Обуховской, перед Обуховской трассой у нас идут ремонтные работы. Насыпают новый асфальт, делают. Поэтому по всей Обуховской трассе идет ремонт. А еще и мост ремонтируют вот здесь перед Обуховым. Смотри. А тут они тоже. Всю трассу ремонтируют. Полностью. Я вот не помню, когда последний раз Обуховскую трассу ремонтировали. Кома? Когда Ющенко был. Ага. Перед Ющенко ее ремонтировали. Или это когда? А, в 2004-м, да? В 2006-м. И теперь были такие ямы. А сейчас вот начали ремонтировать. Ремонтные работы идут. Сегодня воскресенье, а вот все равно идут работы. Воскресенье. Здесь тоже что-то делает. Еще с этой стороны тоже что-то ремонтируют. Уже который час, интересно? 4 часа они еще работают. Обуховская вот такая. Здесь уже асфальт этот щебень положен. Да. Плиты были бетонные. А, тут были плиты бетонные. И есть специальные машины, которые этот бетон, эти плиты бетонные, перемалывают и делают вот такие кучи. А потом их разравнивают хорошенько. И делают хорошую ровную дорогу. Сверху еще асфальт, да, укатывают. Сейчас, если будет по дороге, то снимем. Там, где дробит. О, есть машина, да? Ага, сейчас покажу. Почетче. Сейчас сяду так вот, чтобы видно было, как он дробит этот. Видно, нет, интересно. Вот экскаватор кладет, и вот дробит машина. Вот эти камни. А вот эти камни. Эти камни дробит. Надо же работают, да? Я думала, просто расскажу, а тут уже и наглядно показали все. А здесь дальше еще будут делать только. Продолжение работы строительной комнаты. Собираться, только будут они.
рестораны же еще пока. Вот это здесь на Обуховской трассе очень много ресторанов. Когда-то надо будет днем проехать и показать. Отель. Какой парк? Матусков? Канатный парк? Да. Вот Чумацкий шлях, ресторан. Не видно, не видно, да, темно. Или ночью, когда светится, или днем, когда видно. Сегодня воскресенье, день взятия Киева. Ресторан «Матрешка». С таким. А это у нас какой ресторан-то был? Какая? София. София? Ресторан София. А с этой стороны ресторан Империя. Рестоград Империя. А здесь Трипилля проехали. Ай, ресторан Трипилля. А это Трипильское солнце. Ресторан. Здесь, ну, короче, это целая комплекс, целый, нет, это же не один комплекс, целая сеть друг за другом, даже не сеть, как же назвать, это трасса, по всей трассе вот друг за другом рестораны, с одной стороны череда. И с другой, да. Череда ресторанов. Да, череда ресторанов.